Группу «Свет в Вавилоне» называют «Голосом улиц». Первой площадкой коллектива стала многолюдная улица в центре Стамбула – Истикляль. А сегодня этих музыкантов приглашают на самые известные фестивали Европы. Ирана израильтянка, француз, турок, двое британцев. Разная культура, разные языки, разная религия. Но объединила этих людей музыка. Группа образовалась 7 лет назад. Сейчас они один из самых популярных коллективов Турции, хотя большинство их песен на иврите. Мусульмане пишут мне, что любят нашу музыку, что она находит отклик в их сердцах и заставляет плакать. Буддисты, евреи, христиане, атеисты пишут мне одни и те же слова. Это значит, что мы смогли добиться своей цели. Мы раздвинули границы культуры и языка. Мы говорим с людьми напрямую. Наша музыка состоит из множества элементов, которые мы стараемся органично соединить. Мы приехали из разных уголков планеты, поэтому наша музыка тоже разнообразна. Мы по-прежнему выступаем в центре Стамбула. Этот город оказывает на нас огромное влияние. Наше творчество – это смесь цыганской, классической, турецкой, балканской музыки и фламенко. На улицах Стамбула мы ощущаем особую атмосферу, особый дух. Перед нами проходят много людей, у всех свои мысли, философия, но все они останавливаются, чтобы послушать нашу музыку. Наши поклонники – это свет Вавилона, ведь речь не идет отдельно о нас и отдельно о наших слушателях. Это некий круговорот. Наша музыка проникает в человеческие сердца, и потом эти эмоции возвращаются к нам. Это помогает нам писать новые песни. Если бы не было круговорота, мы бы не смогли творить.